Всем привет, сайт Данте, и мы сегодня проходим карту Skyblock. На ней просто уйма ачивок, которые я должен буду выполнить. И начинаю я вот отсюда, вот с этого места. Сам Skyblock, так скажем, сделан из земли и одного кубика, от минимума. Плюс нам еще дают на создание генератора камня кобблстоуна, и нам дают дерево. Плюс у нас еще там есть такая штука, просто великая и ужасная. Как песок и кактус. Так, значит, продолжаем. Меня отвлекли, понимаешь? Делать людям нефиг, отвлекать мне надо. Так, делаем генератор камнем. Так, все, есть один саплинг, это уже дует. Так, делаем workbench. Crafting table, который. И начинаем, в принципе. Так. В общем, тут. Сейчас я даже специально открою. Открою и прочитаю вам ачивки, которые прилагаются к этой карте. Создать генератор камня, построить дом для себя, сделать остров более просторным. И тут их дофига, дофига и больше. Я так привел пример в трех, так скажем, прочитанных примеров. Ну что, добываем камень долго, нудно и достаточно интересно, я вам скажу. Так, а это земля, трава точнее. Ну а так, у меня есть такая идея, как, во-первых, вот это все разфигарить, разграничить, не знаю. Так, чтобы было достаточно мощно. Кстати, давайте кое-что сейчас сделаем. Да, так. Так, это очень аккуратно надо делать. Так. Сделал просто что-то эпическое. Сажаем это. Продолжаем дальше копать. Но надо все равно низ по-любому сделать. Ой-ой-ой. Так. Все отлично. Я, может быть, кстати, найду музычку какую-нибудь специальную. Буду с музыкой играть. Да. Кто-то, блин, дверь дернул. Какая-то сволочь. Офигевш. Так.
Так, оп, блин, не ставить. Ой. Хоп. Так, какие надо сделать помощнее, так скажем. Так, значит, сделаем сейчас каменную кирку. Getting update. Что мне звуки не нравятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Потом надо будет, кстати, генератор переделать. Или переставить его надо будет потом. Так. Великолепно. Так, окей. Блин, вылез антивирусник сразу, блин. FPS упал. А, кстати, я помню, вот проходил карту Skyglit. Я, по-моему, там не ходил в ад. Там, кстати, ад достаточно интересный. Тоже так сделан. Достаточно. Интересно и сложно достаточно. Так. Тут у меня. Так, надо сделать топор. Помощь, которого я срабую, это дерево. Так. Да, все-таки у меня стоит репикапитейтор, потому что, ну, без него как-то неинтересно мне. Самое интересное, я даже знаю, как можно прописать вот абсолютно любой предмет, чтобы он именно в нем, при помощи него он ломался, это ломалось дерево. Честно говоря, можно как-то я. Можно как-то даже прописать для того, чтобы рукой можно было сломать. Так, окей.
Я, кстати, за кадром буду дофига что делать. Тут, кстати, есть даже ачивмент накопать определенное количество каблстоуна, скрафтить факелов, скрафтить каменный кирпич. Даже я помню, была ачивка. Блин, просто там дофига ачивок я нашел. Отлично. Генератор каблстоуна почти сделан. Кстати, вода тебе сюда. Так, отлично, землю поймал. Так, хоп. Так, админиум. Так, так. Так, копаем. Так. Хоп. Так, это чтоб я в вал не попал. Это чтоб вода не замерзала. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо, всем пока, увидимся в следующей части. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, субтитры, всем пока.